гости аплодируют. Другой способ. На плечи бери. Наталка. Засчитываем два. Стягай ее. Три. Аплодисменты в зале. Четыре. Так и что говорят, легкая невеста. Свидетельница легкая, говорят. Браво, браво. Спасибо за подсказку. Пять. А теперь наперед. Теперь наперед. Ваня на передних кривуля. Ваня на передних кривуля. А Марья показывала. И Марью, блядь, ты Марью. Осторожно, голова, голова. Шесть. И Ваня, а ты наперед на руку и цимуля. Ваня, наперед на руку и цимуля. Лёгкий, на крючок. Наталочка. А между и лимузинчиком, оно не приехало, господи. И последний разочек, всем засчитываем, давайте. Ты на спине, господи, парень. Ты на спине. И всем, браво, аплодисменты, аплодисменты. И жених принимает, а вас в студии аплодисменты. Жених принимает свою красавицу, невесту, свою жемчужинку, овации в зале! Господи! Ну ладно, немножко. Женька! Не буду! Жених принимает свою красавицу. Так, посмотри, какая красивая. Посмотри, какой у нее стан. Какая она изящная, харизматичная. Не, ну я понимаю, у каждого из нас свой вкус, да? Но это не моя красавица. Какой цвет глаз у твоей любимой? Серо-зеленый. А ну-ка, нам прочитай, покажи личико.